Даже так можно развернуться. Прерывистый есть, значит есть. Вот, едем. Красный, видишь? Так, самое интересное, вот там знак 40 стоит на протяжении 300 метров. Вот у нас где поездка 148 километров, точка 7. 7 это 700 метров. Соответственно, мы сейчас на семерочке видим, поехали, на семерочке видим вот этот знак. Вот он, протяжение 300 метров. Соответственно, вот и считаем от восьмерочки. Ну, как раз уже от восьмерочки есть. 40 едем. А то по столбам считают инструктора, лучше так нельзя. А то точно потом в жизни столбы будете считать. Так вот. Соответственно, можно уже ехать более 40 км в час. Никаких столбов.